А вот она и лодочка, на которой мы были недавно. Вон они там махали нам. Доехали на джетски до острова. Смотрите, как много лодок. Это Memorial Day Weekend. 3 дня подряд будут выходные. Смотрите, вот там и все лодочники вышли. Погода прекрасная, волны очень маленькие, поэтому шикарно сейчас выгуливать лодки, джетски, все, что у вас есть. А вот там наши... Ой, блин, там наши друзья паркуются. Вот там, вон они. На этой лодке можно рисоваться. Here's the boat that we wanted to buy and we took for a test drive. Which one? The one right next to there. See it? Oh, the gray one? Yeah. From Finland? Yeah. Мы хотели вот это вот... Где мой палец? Вот эту вот серую лодку мы хотели, рассматривали как вариант купить. Финская лодка, но мне она не понравилась. И да, я сказала, что не хочу такую. Она не очень семейная. И какая-то, знаете, нет, слишком contemporary для меня. Вот где наш? Наташа! Да, американка зовут ее Наташа. Мороженое и хот-доги, видите? Такой ресторан на воде. Очень много людей. Мы сейчас будем парковаться. Такая чисто американская тусовка. Видите, у многих американских флаги. Среди лодочников в основном республиканцы. А республиканцы славятся своим патриотизмом. А? Окей, whatever you wish. Которую мы хотели, точнее не хотели, ну как, присматривались.
Питер мне показывал, что, может быть, это можно купить. Мне не понравилось. По волнам, по волнам. Or I would just put the jet ski in like these guys. Of course, why not, Peter? Just put it like this. Смотрите, какой цвет красивый. Этот остров не самый чистый, не самый красивый, хотя все равно водичка приятно бирюзовая, но он тусовочный. То есть здесь всегда много-много лодок. Наверняка отчасти от этого вода не такая прозрачная, как в других местах. Вот, но если вот люди хотят потусить, да, прям такое, чтобы паре было, то вот они сюда приезжают. Когда мы с детками ездим, мы едем на более чистые места, где водичка более прозрачная. Но сегодня детки остались дома с няней. Так, муж у меня вечно боится слишком близко к другим лодкам парковаться, поэтому он паркуется очень далеко от всех. Вот знаете, он очень такой осторожный, но все-таки немец. Вот. И он не хочет, чтобы, не дай бог, лодки или джетски пересеклись друг с дружкой. Ну, конечно, я его понимаю, но в этом есть свои минусы, потому что мы не так близко ко всем, не так близко к берегу. Короче, пускай делает, что хочет. Он капитан, и если ему так комфортней, пускай делает, что хочет. Здесь водичка очень чистая, красивая. Ой, какая красота, сейчас буду нырять. Okay, my Peter, are you ready to go? Yes, let's go party. Let's go. Алло. Я думала, что вот этот самолет взлетит, а он нифига не взлетает. Я не понимаю, чего они ждут-то? Они вроде готовились взлетать. Патруль, она им что-то выговаривает. Что-то они сделали не так. Поэтому на воде тоже нужно определенные правила соблюдать. Собачка, конечно, звезда. Очень крутая собака. Все ее любят. Мы едем домой. Yes, we're going home.